описание физических свойств на примере электрической проницаемости. Значит, во-первых, я напомню, что есть как бы здесь несколько подходов к определению инвариантных величин. Я напомню, что восприимчивость, в широком смысле, или, как говорят обычно, обобщенно восприимчивость, она должна быть инвариантом относительно группы симметрии кристаллов. Но прежде всего относительно группы точечной симметрии, конечно. И в этом смысле как раз очень важно понять то, что называют приближением сплошной среды для твердых тел, для кристаллических твердых тел. Приближение сплошной среды – это приближение, в котором мы фактически пренебрегаем трансляционной симметрией, то есть мы оставляем только точные преобразования. Поэтому мы в общем случае говорим анизотропная сплошная среда, и в этом смысле оставляем преобразование точной симметрии. А вот трансляционная симметрия, она как бы уходит на второй план. Почему? Потому что мы фактически считаем, что у нас в сплошной среде примитивная трансляция, вектор примитивной трансляции ноль, или стремящийся к нулю. Но, тем не менее, приближение сплошной среды, оно, конечно, очень популярно. Вот. Но, безусловно, с приближением сплошной среды будут связаны некоторые ограничения, как бы так. То есть ясно, что для реальных твердых тел, если вы рассматриваете такие вопросы, например, как дисперсия, да, то есть как появление К-зависимости. А в К-зависимости там очень четко отражается трансляционной симметрии решетки. Вот. Ну, чтобы нам как-то с решетками закончить, да, я буквально на нескольких таких специальных как бы, вопросах остановлюсь, и мы пойдем рассматривать уже фазовые переходы, там всякие свободные энергии, восприимчивости уже более конкретные и так далее. Итак, некоторые, так сказать, спецвопросы есть кристалла физики. Ну, во-первых, давайте остановимся на вопросе о, подзаголовок индексы Миллера. Это фактически способ обозначения направлений и плоскостей кристаллика. Индексы Миллера. Способ обозначения направлений и плоскостей кристалла. Тоже вопрос, который входит в понятие азбуки кристалла физики, азбуки кристалла. Итак, индексы Миллера. Ну, понятно, что в кристалле у вас есть некоторые специфические направления, которые связаны с, скажем, с осями симметрии, ну, например, кубический кристалл. Ясно, что у вас есть ось четвертого порядка, ось третьего порядка, ось второго порядка. То есть это выделенные направления. И, конечно, свойства кристаллов по разным направлениям они вообще, говорят, отличаются. Хотя есть пример, вот тот же кубический кристалл, помните, оптические свойства по всем направлениям одинаковые. То есть оптический кристалл, кубический кристалл, казалось бы, анизотропная, вообще говоря, среда, в отличие от сплошной изотропной среды. Но, тем не менее, в оптическом отношении он ведет себя как сплошная изотропная среда. Вот. Но, тем не менее, в общем случае, мы можем говорить о выделенных направлениях. Ну, вот давайте введем некую классификацию, некую номенклатуру выделенных направлений. То есть я определю вектор прямой решетки следующим образом. Значит, ну скажем, числа n1, t1, плюс n2, t2, вектора примитивных трансляций, плюс n3, t3. Значит, этот вектор решетки определяет некое направление в кристалле. Ну, если я стартую, то есть начало отсчета выбираю на узле решетки. В принципе, это не обязательно так, но проще, конечно, выбрать начало отсчета здесь на узле решетки. Потому что ясно, что вектор я могу всегда для вектора осуществить некий параллельный перенос. Другими
словами сразу можно сказать, что если я введу одно направление, то с ним связано путем параллельного переноса вектора бесконечное количество эквивалентных направлений. Итак, числа n1, n2, n3. Ну, ясно, что если эти числа находятся в определенном соотношении, то это будет задавать определенное направление. Но если я это соотношение умножу, ну скажем, пусть у меня числа n1, n2, n3 относятся как 1, 2, 3. Ну понятно, что то же самое направление будет характеризоваться вектором, для которого n1, n2, n3 будут в 2, в 3, в 5, в 10 раз больше. Вот. Поэтому выбирает минимальные числа n1, n2, n3, которые будут характеризовать минимальные целые числа, которые будут характеризовать то или иное направление. Минимальные целые числа. Значит, эти целые числа, я пару выбираю, но я их обозначу так: L1, L2, L3. И назову индексами Миллера для направления. Индексы Миллера для направления. Ну, давайте пример приведем. Минимальный целый число. Кстати, может быть и ноль. Может быть и ноль. Ну вот я возьму, скажем, кубический кристалл. Кубический кристалл — это популярная для таких вот школьных примеров система. Очень популярная. Ну, просто действительно высокосимметричная. Высокая симметрия. Итак, три направления x, y, z. Это направление, как раз вдоль которых я выберу и t1, t2, t3. Ну, в этом случае они еще и одинаковые. Кубическом кристалле t1, t2, t3. Углы, значит, между векторами t1, t2, t3 одинаковые, 90 градусов. И вектора по модулю тоже одинаковые. Вот у меня как раз система координат, типичная для кубика. Ну, понятно, что это означает, что эти направления t1, t2, t3 это направления оси четвертого порядка. Это самое главное, это ось кубика. Вот. Ну и я выбираю некие типичные направления, основные направления. Ну вот давайте, значит, возьмем направление, ну скажем, направление оси x. Это направление оси четвертого порядка. Как такое направление задать? Ну очевидно, что просто надо вектор r направить вдоль оси x, вдоль t1. Ну для этого n2, n3 берут просто равными нулю, а n1 единичка. Это будет направление 1, 0, 0. Можете как-то, может, не так подробно останавливаться, потому что у нас на рентгеноскопии это все знакомо. А у вас где рентгеноскопия такая? Так, а это лаба по рентгену. Да. Лабораторная работа. А, в лаборатории? Ну, так прекрасно, прекрасно. Я так быстро и пробегу. А, ну, хорошо, а что тогда будет направление типа 1.0.0? По ИКСу это. По ИКСу? Не, вы 1.0.0 вот построили. Нет, я говорю, а типа 1.0.0. Типа. Так. Так, а там эквивалентные все в одну сторону. Все 0.1. Нет, не в одну сторону. Вдоль 0.0.1. Они все называются эквивалентными, естественно, потому что осями четвертого порядка связаны. А, вернее, они связаны преобразованием симметрии, они друг друга переходят. Значит, это эквивалентное направление. Дальше направление 1.1.1. Это направление, да, оси третьего порядка, ну и эквивалентное. А направление вот такое, ну, соответственно, это надо по оси х, значит, вам, да. То есть это тоже направление оси третьего порядка. Ну, видите, хорошо, прекрасно все. Вот. Ну, то есть вы и индексы Миллера для плоскостей тоже знаете, да? Да. А, ну, все, то есть это обозначение HKL обычно, тройки этой, вот. HKL для плоскостей. А, значит, это что означает? Да, вы должны выбрать, провести через вот эту систему координат, как бы t1, t2, t3, плоскость. Она отсечет, я напомню вам, она отсекает на эти направления, ну, какие-то точки. Так. Потом вы берете, значит, три числа, которые, причем три минимальных целых числа, которые находятся в отношении точно таком же, как соответствующие обратные величины. Вот по оси t1 m, да? По оси 2 n отрезок и по оси там, ну, точнее, какой-нибудь p, скажем. То есть вы подбираете минимальные целые числа, которые находятся вот в таком отношении.
в отношении, где М, Н и П, те самые, значит, отрезки, которые вырезаются этой плоскостью на направлениях 1, 2, 3. Ну, понятно, что на самом-то деле обозначение плоскостей, обозначение направлений в случае куба, и не только в случае куба, в случае, скажем, тетрагональной сингонии, в случае ромбической сингонии, они связаны легко, так? Потому что плоскость вот 1,0,0 будет автоматом задавать вам и плоскость перпендикулярную 1,0,0, да, перпендикулярную этому направлению, если вы индексы Миллера именно таким образом будете выбирать. Прекрасно, значит, индексы Миллера вы знаете. Идем дальше. Обратная решетка. Обратная решетка. Говорили вам, да? Тоже, видимо. Но там поменьше, да. Там поменьше. Ну, давайте обратную решетку определим. Значит, что такое обратная решетка? Я обозначу векторы Т1, Т2, Т3. Ну, вот как обычно принято, когда мы вводим обратную решетку. Вместо Т1, Т2, Т3, Т и Т, да, я введу А и Т, три вектора. Дело в том, что в кристалловой физике, видите, вот есть некие стандартные обозначения для вот этих вот векторов примитивных трансляций. Их в прямой решетке два стандартных обозначения. Это Т1, 2, 3 и А1, 2, 3 или АВС. Вот три варианта есть. Итак, А и Т я обозначаю. На самом деле можно с векторами прямой решетки связать новых три вектора. Вот смотрите, каким образом я это делаю. Я введу, значит, тройку векторов, я их B и T обозначу. Вот я для этого, собственно, их переобозначил. А и T, чтобы вектора обратной решетки обозначить B. Чаще всего именно B обозначается. Вектора обратной решетки. И вот давайте принцип построения. Значит, я беру так. 2π введу, я потом поясню, для чего выбирается, или наоборот, не выбирается коэффициент 2π. 2π, дальше поделю на объем примитивного параллелепипеда, построенного на векторах А1. А чему, кстати, этот объем равен? Смешанное произведение. Смешанное произведение, прекрасно. То есть это значит, я пишу так, А1 скалярно, А2 на А3 векторно. Так, и я определяю, общую форму я, пожалуй, даже не буду писать, давайте все-таки я здесь напишу B1, вот так вот. Общую форму ликвидации, ну, можно писать общую форму, но в общей форме теряется, мне кажется, суть. Итак, B1 я определю следующим образом. Вот здесь вот векторное произведение А2 на А3 веду. Кстати, да, обратите внимание, что скалярное произведение B1 на А1, да, будет равно 2π. А скалярное произведение B1 на А2 или А3 нулю будет равно. Ну и по этому же принципу все остальные строим. B2, ну легко уже догадаться, да? Здесь у вас, значит, А2 и А3 недостающие вектора. Ну и, соответственно, для B2, значит, недостающие А1 и А3. Значит, это будет 2π. То же самое, вот эту я штуку заменю в знаменателе, введу обозначение VC. Это объем ячейки. Но чаще всего для большинства векторов здесь берутся векторы, которые соответствуют элементарной ячейке. То есть фактически вектора А1, А2, А3 это параметры решетки, прямой решетки. Значит, это будет тогда объем элементарной ячейки VC. Итак, 2π, ну здесь соответственно будет А1 на А3, А1 на А3. Ну а для B3, ну совершенно по аналогии пишу 2π, 2π, VC, ну а здесь будет, значит, так, B3, 3, 1, 2, да? 1, 2, да. 1, вот у меня здесь немножко размахнулся, я вот так вот, VC,
А1 на А. А вот в B2 то, наверное, А3 на А1 наоборот векторное произведение. Так, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Да, 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 да. Ну, да. Все правильно сказали, да. Ну, можно было знак сменить там еще, да? Так, 3, 1, 2. Ну, просто, чтобы здесь циклическая перестановка была. Ну и кроме того, сейчас можно записать вот такое соотношение, если я ввожу, значит, эти вектора. А, есть, да, что-то, смотрите, больно сухие какие-то. Ну, спасибо. А, значит, если я ввожу эти вектора, то можно записать такое вот соотношение. Итак, B и T, B и T на A и T, ну или наоборот, A на B. Значит, что это тогда будет? Вы смотрите, если и йод совпадает, то у меня просто будет, ну, всегда в этом скалярном произведении войдет отношение ВЦ на ВЦ, единичка, и 2π остается. Ну, а если они разные, то 0 будет просто. Итак, это будет 2π на дельта и йод. Вот каким свойством обладают эти у меня три новых вектора. Ну, и кроме того, они имеют размерность обратной длины. Вот эти три вектора образуют три вектора, задающие обратную решетку. Значит, это обратные решетки, я его К обозначу. Большое К, стандартное обозначение обычно. Большое К, значит, я пишу вектора B1, B2, B3, и точно так же строю, значит, обратное пространство. Итак, я запишу следующим образом. Ввиду числа, ну, можно, давайте, с числа L1, B1 плюс, значит, L2, B2 плюс L3, B3. Вот таким образом, значит, я ввожу вектор обратной решетки. Таким образом, я задаю обратную решетку, выбираю просто L1, L2, L3, произвольные целые числа. Задаю обратную решетку, строю обратную решетку на векторах B1, B2, B3, как на таких стартовых векторах. Вектора, задающие примитивные трансляции новой решетки. Вот вектор обратной решетки, так у меня будет задаваться. Ну и кроме того, мы видим, что этот вектор задан в обратном пространстве. В обратном пространстве. Ну что роль обратного пространства будет играть? Ну, если мы в прямом пространстве вводим обычный вектор, ну скажем, характеризующий там, координату частицы, и пишем R маленькое, да? Вот. Но в прямом пространстве, значит, мы пишем координаты x, y, z. В обратном пространстве мы просто по осям x, y, z будет откладывать, соответственно, kx, ky, kz. Kx, ky, kz. И в этом пространстве будем задавать вектора, я их буду камалой обозначать. То есть камала – это произвольный вектор в обратном пространстве. Произвольный вектор в обратном пространстве. Ну а k большое – это вектор решетки. Обратно. Или вектор решетки в обратном пространстве. Давайте посмотрим, какие свойства, вообще говоря, еще вот этого вектора, физические типы свойства. Интересно, давайте такую посмотрим плоскую волну E в степени IKR. Плоскую волну E в степени IKR. Вот, представьте себе, распространяется у вас плоская волна по кристаллу. Теперь возьмем точки решетки, прямой решетки. Пусть у меня R маленький, попадает в точки прямой решетки. То есть в точке типа R. Итак, R маленькая, точка R большая, я смотрю теперь. Точка R большая. Ну, надо какие-то взять. Ну, давайте какой-нибудь тут индекс я введу. Ну, Rn, что ли. Rn вот так вот. Итак, я выбираю точки прямой решетки. А вот интересно, если теперь k-вектор, вот волновой вектор в этой плоской волне, если он равен вектору обратной решетки, вот что будет тогда? А тогда интересно. Итак, если теперь k маленькое, пусть у меня будет соответствовать вектору обратной решетки, k большое. K большое. Любой. Что мы тогда получим? Мы тогда получим значение плоской волны в узлах прямой решетки. Как оно будет выглядеть? E в степени I, K большое.
так, на R большое, вот так вот. Так. А вот смотрим теперь, чему это будет равно. K большое, вот это выражается. А R большое, ну, надо здесь тогда вместо T записать A, да, то есть вот так вот. A1, A2, A3. А вместо T. А, я не записал. N3, A3. Вот так вот. Ну, посмотрим скалярное произведение, давайте. Итак, чему будет равно тогда k на r? K на r будет равно... Ну, просто... Сразу с учетом, чтобы и t, и t должны совпадать, да? Там 2π, 2π, 2π. Не, ну, конечно, то есть вот с учетом этого, конечно. То есть, смотрим здесь скалярное произведение. У нас, значит, сработают только вот такого типа слагаемые, не нулевой вклад дадут. А1, b1, там, а2, b2. А 3, Б3. А все 0 дадут, да? Там на самом деле 9 будет слагаемо. Но из них 3 только не 0. Но они что нам дадут? Целое число на целое число, целое число на целое число, целое число. То есть это будет целое число какое-то, да? И 2π. То есть это будет фактически 2π на какое-то целое число. Ну, n я его обозначу большое. А что это означает тогда? Это тогда означает, что e в степени i к r. В этом случае для, ну, то есть я прямо напишу e в степени и k большое, r большое. Это означает, я рассматриваю плоскую волну в узлах, значит, прямой решетки при значениях волнового вектора, совпадающих со значением вектора обратной решетки. Ну, тогда это будет единичка. E в степени 2π на целое число, это просто будет единичка. То есть это означает, что в этом смысле все узлы решетки, прямой решетки, они будут эквивалентны. Потому что плоская волна одинаковая для них, для всех будет. Они будут эквивалентны, если волновой вектор совпадает с вектором обратной решетки. Ну, кстати, еще тоже интересный результат. А вот теперь смотрите. Если я беру k малый волновой вектор, а теперь перехожу к новому волновому вектору, k штрих, который равен k, плюс k большое. Тогда бы что получается? А получается, что вектора k и k штрих вообще физически эквивалентны. Потому что, именно в узлах обратной решетки, конечно, в узлах обратной решетки. То есть они дадут совершенно эквивалентный результат. Но дело в том, что во многих случаях мы же, ну, я бы так сказал, не можем отследить за этой плоской волной между узлами. Мы чаще всего следим за плоской волной на узлах решетки. Ну, например, колебания решетки вы смотрите, да? Вот. На самом-то деле вы следите за узлом определенным. За колебаниями в определенном узле. А что это означает? Это означает, что на самом-то деле вот такое преобразование волнового вектора будет давать вам эквивалентную картину совершенно. То есть это приведет к некой трансляционной симметрии в прямой решетке, в обратной решетке, в обратном пространстве. То есть физически значение волновых векторов будет определено с точностью до вектора обратной решетки. Это очень важный результат. То есть фактически у вас волновые вектора в этой решетке можно будет определять с точностью до вектора обратной решетки. Это очень важно. Это означает, что? Что я могу физическую картинку, соответствующую распространению волны какой-то по кристаллу, да, ну, рисовать. То есть меня будет интересовать информация только как в определенном небольшом пространстве. Небольшом пространстве, в обратном пространстве, небольшой области обратного пространства. Ну, что это за небольшая область обратного пространства? Вот элементарная ячейка, как бы, в обратном пространстве. Чаще всего эту элементарную ячейку в обратном пространстве выбирают как ячейка Вигнера-Зейца. И эту ячейку, причем первую ячейку, называют зоной Брюллена. Зоной Брюллена. Итак, значит, определение. Ячейка Вигнера-Зейца обратной решетки носит название зоны Брюллена. Ну, иногда добавляют первой зоны Брюллена, если речь идет о первой ячейке Вигнера-Зейцева.
Я напомню, как она строится, это ячейка Вигнера Зайца. Вот, да, где-то можно сидеть. Вот, скажем, у вас квадратная решетка. Квадратная решетка. Ячейка Вигнера Зайца всегда начинается с узла решетки, ее построение, так? Дальше вы что делаете? Вы соединяете эту точку с ближайшими узлами решетки, отрезками. Дальше проводите плоскости через середины отрезков, перпендикулярные соответствующему отрезку. То есть в данном случае это будет не плоскости, а линии, конечно. Вот. Эти плоскости, ну, в данном случае, повторяю, линии, образуют, высекают некое замкнутое пространство, некую замкнутую область, которая носит название первой зоны Брюллена. Первой зоны для К-пространства. Первой зоны Брюллена. Обозначение первой зоны Брюллена, ну просто иногда по умолчанию, когда пишут Bz, Brillouin Zone, имеет в виду первую зону Брюллена. Первая зона Брюллена. Ну а так как у вас это элементарная ячейка в К-пространстве, так? И физическое свойство у вас для волн определено с точностью до вектора обратной решетки, это означает, что фактически я могу рассматривать решение, соответствующее волнам, то есть определенным казачу, только в пределах вот этой элементарной ячейки, то есть в пределах зоны Брюллена. Вот это очень важно. Зная решение в пределах зоны Брюллена, то есть при вполне фиксированных значениях, как я могу фактически эти решения распространить на все остальные, на все возможные значения как. Ну, давайте посмотрим, что это за зоны Брюллена, вот буквально в квадратной решетке. Итак, значит, параметр ячейки. Ну, здесь у нас всего два вектора будет, два вектора. Значит, объем решетки понятен, в общем, здесь так. Вектор будет 2π на параметр ячейки в прямом пространстве, то есть просто параметр прямой решетки, но я его А обозначу. На самом деле обозначение параметра ячейки в одномерном кристалле, в двумерном кристалле, квадратном, квадратной решетке А. Стандартная. Ну или если все-таки там у вас не квадратная решетка, значит, скажем, а 1, а 2 плоская решетка. Если линейная, то просто А, значит. Вот. Ну а если у вас объемная решетка, вы, повторяю, А, Б, С, либо А1, А2, А3 вводите. Ну для этой квадратной решетки, значит, соответствующий параметр прямой решетки А будет обозначен так. Поэтому у вас параметры решетки в обратном пространстве так будут записаны B1 по модулю, да, ну и будет равен B2, всего 2 их будет, это будет 2π на А, 2π на А. Ну вот если я таким образом выписываю зону Брюллена, то центр зоны попадает сюда, значит тогда смотрите, вот эти вот точки на границе, это будут как бы особые точки, это точки на границе зоны Брюллена. Ну, кстати, для зоны Брюллена всегда вводят особые точки, особые направления. Особые точки, особые направления. Ну, вот здесь какие будут у вас особые точки? Это вот точки на границе, повторяю, вот они. И вот эти еще точки тоже особые будут. Почему? Ну, потому что через них, видите, проходят особые линии, связанные, определяющие симметрию этой зоны Брюллена. Симметрию зоны Брюллена. Итак, значит, давайте как-то мы обозначим, значит, эти точки особые. Значит, во-первых, центр зоны Брюллена практически без исключения обозначается всегда гамма. Центр зоны Брюллена. Гамма-точка, так и говорят, гамма-точка. Ну, у нее координаты будут какие? 0,0. Координаты 0,0. Далее, ну, далее направление, скажем, вот эти два. Ну, если это у меня ось x в обратном пространстве, это y, ну, эту точку можно обозначить x большое, эту точку y большое. Вот. А вот эту вот точку, тоже особая точка, m большое. Ну, их таких точек несколько, они эквивалентны, конечно.
эквиваленты. Вот стандартное обозначение гамма для центра зоны Брюллена и вот для этих граничных точек. Координаты, ну вот очень важные координаты. Значит, координаты x точки. Ну ясно, что это π на А 0. Координаты y точки 0 π на А. Координаты m точки. Координаты m точки. Нет, просто так написать. M точки, значит, π на А, π на А. π на А. Дальше направление. Направление. Ну вот направление гамма х, скажем так. Гамма х направление. Ну, естественно, это направление надо так обозначать. 0, 0. Пи, а, ноль. Ну и так далее. Вот дело в том, что с этими обозначениями есть некие проблемы. Причем иногда эти проблемы совершенно выглядят уже идиотскими, потому что начинаешь мучиться, не я только один с этим мучаюсь. Так. Дело в том, что разные авторы по-разному задают вот эти вот координаты. Можно работать в единицах параметра решетки, то есть в единицах 2π на А. В единицах 2π на А. Тогда как это будут эти координаты выглядеть, если мы работаем в единицах 2π на А, то есть в единицах параметра, да, решетки. Тогда эта точка будет соответствовать, значит, 1, 2, 0. Это будет соответствовать 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ну и, соответственно, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ну и так далее. Но! Иногда вот работают не в единицах 2π на А, а в единицах π на А. Ну, то есть поняли, да? Тогда здесь будет единица вместо 1 и 2. Вот. Ну, здесь будет, соответственно, тоже единица. Здесь будет 1,1 направление. 1,1. Ну, с чем это связано? Ну, я думаю, что, скорее всего, исторически это связано с очень простой вещью. Ну, 1,2 сложно писать, а 1 легче. Вот. Проще как бы так. Вот. Хотя вы же не ошибетесь. Скажем, если вас интересует направление на точку М, да, то есть вот это вот направление, диагональ здесь, так? Вот. Ну, конечно, не все хорошо. Одна, вторая. Тут даже не важно, как вы там определяете вектор, К вот этот маленький. Ну, кстати, в зоне Брюллена очень часто этот вектор обозначают так, У. То есть это вектор, произвольный вектор в пределах зоны Брюллена. Произвольный вектор в пределах зоны Брюллена обозначает Q просто там. Q. Популярное очень обозначение. Хотя K встречается, но и Q. Q очень популярно. Вот за этим надо просто следить. Что есть варианты такие. Либо, вот как здесь написано так. Либо в единицах параметр решетки, тогда здесь 1,2 везде пойдет, либо в единицах π на А. Вот. Каждый раз надо следить, потому что тогда ведь у вас и, если вы единицы по-разному выбрали, тогда и значение вектора Q в произвольной точке зоны Брюллена, тогда тоже будет меняться, если вы единицу выбрали по-разному. За этим надо смотреть, потому что, видите, это будет иметь в этом случае размерность обратной, ну обычно там А параметр выбирает в ангстрема, значит это будет обратная ангстрема тогда, единичка. Вот в обратных ангстремах. Ну а если вы за единицу уже выбрали величину 2π на или π на А, тогда это будет безразмерная величина. Вот, каждый раз надо смотреть внимательно. Особенно для теоретиков это важно, потому что если вам надо что-то считать, вот, а вам экспериментатор выдал результат такой. Он сказал, что вот в точке 1,2, там что-то у него наблюдается. Там какой-то брыговский пик. Вот. Ну и вот и вы думаете, что эта точка соответствует вот М или вот здесь вот она будет на половинном расстоянии. Вот зона Брюллена для квадратной решетки ныне очень популярна стала. Вот за последние 25 лет в связи с чем? В связи с открытием высокой температуры сверхпроводимости, потому что это квазидвумерные кристаллы,
Вот, и сверхпроводимость фактически там реализуется в плоскостях Купрума-2. Вот, это плоскости, которые соответствуют квадратной решетке, на самом-то деле, квадратной решетке. Я фрагмент ее нарисую. Вот. И поэтому вот эти вот точки, эти обозначения и вот эта проблема с тем, как задается вектор Q в зоне Брюллена, она вот очень актуальна в последнее время. Вот как плоскость, ну скажем, я беру стандартный такой купрат вида Лантан 2 Купрумо 4. И вот Купрумо 2 плоскости здесь. Ну, правда, видите, если я рисую Купрумо 2 плоскость, значит я не рисую Лантан. И еще половину кислородов не рисую. Вот легко догадаться. Я выделяю только фрагмент, который соответствует Купрумо 2. Значит, у меня два кислорода выпадают, и два вон там еще. Вот. Ну вот я поехал рисовать эти фрагменты. Ну вот я так и сделаю. Значит, вот здесь у меня медь, 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 медь. А вот здесь пошли кислороды. Раз, 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 раз. Ну и так далее. Вот это фрагмент, но и дальше его размножаете. Ну видно, что у вас, видите, вот здесь вот в этих цепочках у вас число меди и кислородов одинаковые, да? Здесь тоже одинаковые. А здесь, видите, лишние кислороды есть. То есть фактически число кислородов здесь больше в два раза, чем число меди. Это Купрумо-2 плоскость. Купрумо-2 плоскость. Ну а реальная структура, это Лантан 2, Купрумо 4, она формируется так. Идут слои Купрумо 2, вот это, да, а между ними расположены слои Лантан О. Слои тоже так. Вот примерно структура. Ну ясно, что это квадратная решетка. Квадратная решетка. Правда, есть здесь тоже проблемы. Видите, квадратную решетку можно задавать, выбирая координаты x, y двумя способами. Вот один вариант, который я здесь привел. Но есть второй вариант. Вот так вот можно, да, и оси x, y выбрать. X, y. Тогда, конечно, опять же, все и обозначения, и особые точки, там направления, грубо говоря, местами поменяются. За этим тоже надо внимательно каждый раз следить. То есть вот люди наследили уже до нас, да? Поэтому нужно свое изобретать. В общем-то, ну, иногда бывает и необходимо, но чаще всего приходится следить за тем, что до нас наследили. И, повторяю, бывают проблемы. Поэтому надо быть внимательным. Вот коротенько о зоне Брюллена. Вот это вот зонный расчет. Не, ну какой зонный расчет? Это некая азбука, букварь какой-то, так? Вот. Зонный расчет — это что за расчет? Это вот когда вы. То есть мы с вами договорились. Если мы рассматриваем какие-то состояния в кристалле типа волновых, где K фигурирует, да, вот, то тогда можно искать свойства этих состояний, например, энергию, да? Вот ориентируясь только значениями K в пределах зоны Брюллена. Пределах зоны Брюллена. Это вот то, что мы с вами сейчас как бы, ну, показали. Ну а физика-то же остается, надо решать уровень Шрёдингера, там для всего кристалла. Вот, на самом деле, да. Другое дело, что записывая уровень Шрёдингера для всего кристалла, вы переходите к K-представлению, вводите K, вводите эти волны. Вот. Но затем решение сводите по К, сводите в первую зону Брюллена, ориентируясь на то, что это решение можно потом размножить, транслировать, просто меняя К на параметр обратной решетки, на К большой, добавляя К большой. То есть это означает, что если я нашел решение в этой зоне Брюллена, значит все соседние, получаемые путем трансляции, там решение будет точно так же выглядеть. Соответственно, это тоже много значит. Это автоматы приводит к тому, что на границе здесь, значит, у вас определенные сразу шивки должны работать, вот, и так далее. То есть это означает, что фактически вы должны уравнение Шрёдингера H пси равняется E пси, да, решать. Значит, что у вас будет оператор Гамильтон? Как будет выглядеть оператор Гамильтон? Это, ну, если у вас один электрон, значит, я просто даже напишу так, всего один электрон на кристалл. Ну, электронную волну вы смотрите, так? Соответствующую одному электрону.
Еще это будет тогда просто p в квадрате. P в квадрате на 2m. Плюс v от r. Но v от r ваш будет отражать симметрию решетки. То есть он будет трансляционно симметричным. Это будет потенциал кристаллической решетки всей. Вот, вот где симметрия это появится, вот здесь она появится. То есть у вас на самом деле, ну давайте я какой-нибудь напишу реальный потенциал. Представьте себе, что в узлах решетки сидят ионы, заряженные, да, вот такой ионный кристалл, и один электрон, который по этому ионному кристаллу бегает. Как я бы тогда записал V от R? Значит, в узлах решетки у меня сидят точные заряды. Так, я пишу, V от R равняется сумма по N, так, далее R, расстояние от моего электрона до заряда, RN, значит, здесь будет так. Так. Ну, а дальше, значит, здесь что надо будет? Заряд электрона E просто, да, значит, будет здесь ZN, это заряд, который сидит в узле N, E квадрат. ZN E квадрат. А если у вас заряд положительный, это должно быть, вот надо проверять себя, если заряды у вас здесь положительные сидят, то тогда это должно быть электрон-то отрицательный. А тогда это должно быть притяжение, да? Притяжение. Притяжение со знаком минус идет. Если заряды положительные, притяжение со знаком минус. Значит, где-то мы знак потеряли. Ну, естественно, где мы его потеряли. Я же рассматривал взаимодействие с электроном, а электрон отрицательный. А Е я беру из таблицы, там всегда положительно берется. Поэтому вот это надо проверять себя. Минус надо вот так записать. Если Е, ну видите, оно все равно Е квадрат пошло. Но заряд мы берем. Положительный заряд, я говорю, да, он же берется в единицах положительного, а не отрицательного. Поэтому тут на самом деле большой простор всегда для путаницы, но проще себя вот так и проверять. Знаете, подставляете положительный заряд, для электрона должно быть притяжение. Значит, притяжение с минусом идет. Все. Вот потенциал решетки, пример. Где тут здесь трансляционная симметрия? Ну, понятно, что если вы теперь берете RN и на параметр прямой решетки меняете, вообще ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Потому что сумма идет у вас по всей решетке. Просто в этом случае вот этот вектор, фактически он будет иметь точно такую же структуру, как и RN. Это будет фактически соответствовать замене вот здесь вот суммирования. Ну, то есть по-другому суммирование начнете вести, правильно? В одном случае вы ведете его с нуля, скажем так, а в другом случае вы будете вести его вот с этого вектора R, на который сейчас вы оттранслировали. Все. То есть это трансляционно-симметричный потенциал. Вот, потенциал решетки. Вот. Ну а потом, когда вы будете решать это уравнение, и если вас интересует состояние типа волн электронных, вы должны перейти в К-представление, там, значит, вот, Фурье-представление фактически. Вот. Ну, что-то немного мы в этом плане будем делать, хотя у вас еще впереди наша задача это некая такая вводная, у вас впереди квантеория твердого тела, так что этим вы еще займетесь. Вот такая ситуация для зоны бриллиант. Давайте переливчик сделаем.